GGP Drums можно использовать не только на акустических барабанах, но можно использовать на электронных сэмплах. Чаще всего, когда нам попадает неподходящая бочка, с помощью этого прибора можно сделать его намного лучше. В электронных направлениях, например, вот у нас есть такая бочка. Открываем GGP Drums таким вариантом параметров. Ну и чуть-чуть. Здесь можно уже настраивать параметры по вкусу. Чуть-чуть панчу давать, без и с ним.